Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И сейчас мы будем таким, как бы сказать, наступило время Че, чтобы определить у нас, как бы сказать, победителей первого тура на их новогодних розыгрышей. Вот. Ну и придется, конечно, объявить боевую готовность, военную тревогу и боевую готовность именно полную. Не какую-то там постоянную. Постоянной боевой готовности находятся только лохобаны. А мы сразу же объявим полную боевую готовность. И сейчас мы будем определять настоящих достойных победителей моего первого тура. А именно под видео, где мы смотрели про спиннинг-бустер и где мы разыгрывали 6 приманок, как бы сказать, с автографом Андрея Петерцова. Ну, давайте сделаем это. Ну вот, уважаемые зрители, давайте посмотрим и определим шестерку победителей, как бы сказать, в первом туре моих новогодних розыгрышей. Открываем видео, первое, да, в котором был первый розыгрыш. Видео называется «Новинка. Спиннинг Black Hole Booster. Розыгрыш приманок с автографом от Андрея Петерцова». Смотрим 3275 просмотров и смотрим, сколько у нас 503 комментария. Нифига себе, находимся в полной боевой готовности. Вот, что нужно сделать? Копируем ссылку на данное видео, открываем программу. Вставляем ссылку с данного видео. Вот, и мы видим, что программа определила это видео. 3275 просмотров, 510 комментариев. Проверяем. О, уже больше. Ну, пишут прямо на ходу. Прямо на ходу, кстати. Надо отметить, что комментарии прибывают с такой скоростью, уважаемые зрители, во всех трех видео, где разыгрываются призы, что я просто как бы в шокире, короче, в полной. Я вообще не успеваю их даже читать и показываю тем, чтобы там обращаю на них внимание, ставлю дизлайк там и типа сердечко щелкаю, что якобы я хотя бы прочитал ваш комментарий. То есть это максимум, что я успеваю делать за последние три дня. И мне нужно теперь нажать кнопку 6 раз, чтобы определить победителей этого первого тура новогодних розыгрышей на моем канале. Давайте, кому сейчас повезет? Все замерли? Все? Смотрим внимательно. Поехали. Ого, программа пошла. Призадумалась. Видно, выбирает самых достойных по-любому. Вот шкала бежит опять. Отсекла, видно, всех там, ну, каких-то там неважных людей. Ищет только самых достойных, ну, кому это нужно, да. Это высокоинтеллектуальная, наверное, программа с синаптической связью. Может быть, там еще какие-то. Во, мы видим первого победителя. Рыбалка на Урале, пишем. И написал он комментарий. И тебя, Саня, с наступающим. Вау, первый победитель, ребята. Так. Дальше. Нужно это сделать, теперь определить еще 5 победителей. Дальше смотрим. Так, бежит шкала, бежит. Уже поувереннее, по накатанной пошло. Она уже присмотрела в первый кон там, что кого, какие людишки нормальные, адекватные есть, кому там что раздать. Сейчас по-любому она найдет. О! Павел Арсеньев, всем удачи, так скромненько, но тем не менее он победитель. Осталось у нас еще выявить 4 победителей, всех пока поздравляю. Запускаем дальше, все по-честному. И сейчас мы будем искать нашего 3-го победителя. Вот, видео хочу сделать покороче, чтобы не сидеть там на диване, не трясти там левым-правым яйцом перед вами. Не занимать лишнего времени. Вау! Black Steel. Вот. Ну, тем не менее, это наш 3-й победитель. Поздравляем! Осталось еще выявить 3 победителей.
Ну давай, 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 давай. Так, голос у меня здесь другой, конечно, микрофон работает уже с наушниками. Иван Степанов, поздравляем тебя. Вот такой комментарий он написал. Спасибо за обзор, Александр. Доводилось ли вам рыбачить палками серебряные ручьи, можете ли что-то сказать о них? Иван, поздравляем тебя от всей души. И осталось определить еще двух победителей. Так, 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 что-то она там призадумалась. С похмела тяжко, наверное, да, идет. Ну ничего, сейчас я тебе, падла, налью, чтоб ты там побыстрее думала. О, Михаил Поляков. Красивая заставка. Да, это качество, достойный экземпляр всех с Новым годом. Отличный комментарий. Ну, остался у нас крайний уважаемый победитель. Давайте определим его. Как говорится, в авиации нет слова последний, только крайний, только крайний. Вот. Вот, давай, 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 давай. Ну, что-то прям вообще под конец шкала. Еле-еле-еле. И вот, Роман Дига. А можно еще с автографом Александра? Конечно, можно, Рома, можно. Если ты напишешь, что тебе такой нужен, то на обратной стороне я тебе оставлю и, как бы сказать, свой автограф. Вот. Ну вот, уважаемые зрители, все, кто смотрел это видео, видели, кто выиграл. Кто-то, может быть, увидел себя в этом розыгрыше. Под каждым моим видео есть моя электронная почта. Пишите мне на мою электронную почту, указывайте ваши адреса. Кстати, вот, кстати, по вашим координатам и адресам хочу сразу же сказать маленькую инструкцию. Сколько уже лет мой канал, ну, неважно, сколько лет, но на самом деле, когда люди указывают свой полный адрес, редко кто укажет его полностью. Кто-то забывает индекс, кто-то забывает ФИО, кто-то что-то забывает. Действительно, только единицы умудряются полностью указать свой адрес. Так что вы уж как-нибудь повнимательней, укажите именно полный ваш адрес, и эти приманочки отправятся именно к вам, уважаемые зрители. Ну, хочу поздравить данных победителей лично сам. Вот. От всей души я очень рад, что вы выиграли эти приманки. Ну и, конечно, хочу поздравить всех в преддверии Нового года. Пожелать всем абсолютно крепчайшего здоровья, всех самых лучших благ, всего-всего лучшего, благополучия во всем абсолютно. И чтобы на столе у вас всегда была икра из нерки и хороший дорогой коньяк. Ну, давайте, уважаемые, за победителей, за вас и за Новый год. Я скажу, очень хорошо коньяк закусывать икрой. Лучше из нерки. Жировой с моря. У нас такой элитной горчинкой. Ну, кто знает, тот меня понимает. О. Обалденно. Ну, а все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.